Это скотский видеоблог, отписывайтесь. Ноль творчества, ноль. Человек просто снимает, вы сумасшедшие, вы имбецилы, вы идиоты, вы дауны. Какао. Извините, вы... Что за видеоблог? Что он придумал? Что? Ничего, он взял телефон, ходит. Подписчики, подписывайтесь, я поцелую вас в сраку. Если ты это, сука, не оставишь, Леша. Оставлю, оставлю. Наконец-то я попал в Лехин видеоблог. А что это такое вообще? Итак, это видеоблог. Что? Правильно. Это у вас палет, что ли, да? Это палет какой-то? Ага. Это видеоблог. Мы прилетели в Питер. Да. Извините, мы же в Петербурге, правильно? Да. Все. Извините, мы же в Ленинграде, правильно? Да, в Ленинграде. Все. Извините, мы же в Петрограде, правильно? В Петрограде мы? Ну ладно. Здрасте, это Starbucks, да ведь? Да. Какао. Получается горячий шоколад. Какой размер? А, получается, не надо, если горячий шоколад, надо какао. Какао нет? Какао, что имеете в виду у нас? Ну, горячий шоколад это и есть какао, по идее. Ну нет, это разные вещи. Какао это какао, горячий шоколад это шоколад. Извините, вы же везете, да, это? Ну да, я в закрытую зону везу. Все, хорошо. Извините, мы же в Петрограде? Конечно. Все. Вы же на улице, да? Стас, видеоблог. Это же... Ты же... А что это такое вообще? Страхование. А. Вы подметаете, что ли? Да. А. Извините, это лопата? Да. Это лопата же? Да. Все, понятно. Вон он. Вон. Видеоблог. Залепим подглядом? Быстрее. Ой, гомосек старается. Раз, два, три. Это видеоблог. Он не гомосек, он нормальный человек. Он гомос. Самый натуральный. Это видеоблог. Привет. Прямую трансляцию? Это видеоблог. Материал же нельзя светить. Это видеоблог. Все там можно. Здорово. Блогер обоснуй. Видеоблог. Это единственное место, где есть песня вот эта. Серьезно? Я, по-моему, в трех караоке был, и нет этой песни. А там прям караоке, ну, крутые были. Просто, типа, лучший звук. Говорю, The Subways, Rock'n'Roll Winners. Нет? Это видеоблог. Это видеоблог. Это видеоблог. Давно не видели себя. Я уеду. Я уеду по первого где-то, может быть, на нас. А ты потом смонтируешь видеоблог. Или? Видеоблог. Ты на Ютубе вообще бываешь? А, да? Серьезно? Это прям твой? Мой видеоблог. У меня там, блядь, разрывак. Это что, у меня 600 миллионов просмотров. Здрасте. Здравствуйте. Это видеоблог. Слава здесь час, наверное. Слава здесь с апреля месяц. Ваня, а ты тоже с Мурманска? Да. Золопурманска. Как кто? Нет. Это видеоблог. Это видеоблог. Это принудительный видеоблог. Видеоблог. Ты должен сообщать, что принудительный видеоблог. Я говорю, я перед фактом. Это видеоблог. Это видеоблог. Руслан, первый Руслан. Мы поставили заставку. Наконец-то я попал в Лехин видеоблог. Все. Сколько тебя смотрят людей? Слушай, ну тысяч по 50-60 примерно. Иногда с тобой 1016, наверное, должно получиться. Поменьше можно. Да хотя вряд ли. Не знаю, тут надо на превьюху, надо сейчас сразу... А, вот сейчас так раз, я тебя вырежу вот так вот, типа, и будет на обложке. Вот, Руслан, все. А, так, надо сфоткать. Ты мне фуражку подаришь? Что-нибудь сделаем, да. Я тогда подаю. Так, Виктор волевым влечением согласен быть the one, the first, the number one. Виктор, да, как могу тебе. The one, the first, number one. Доедать или выбрасывать? Вань, ты второй? Мне все равно, честно говоря. Да. Ну давайте, кто второй будет? Давай я второй буду. Да. Абрамов второй. Коли у нас все такие смелые здесь. Да, ну, сюда. Я такой смелый. Третий кто будет? Слава. Слава, будешь третьим? По-моему, Алексей Щербаков хочет быть третьим. Щербаков хочет быть третьим. Спасибо большое, партнер. Я ради Лехи кое-что могу сделать. Но не все, конечно. Давайте Тимура поставим 4. Давай 12. Давай не 12. По одному заходу скажем и все. Я все-таки искренне советую.
Не-не-не, Стас, Руслан. Не, кстати, вообще Стас, он как раз... Я не знаю, ты предлагаешь не предпоследний быть, не перед Русланом. Ну как-то да, я думаю, что... Ребят, а где... Давай там вторым будешь, Абрамов будет последним. Да, согласен. Да, Абрамов. Охуенно все переиграли. А то, что я писал единственным тебе, как человек добрый, что я хотел... Все, так и будет, так и будет. Я единственный, Руслан, кто тебе ответил вообще. Я вот это сейчас держал в голове, думаю, ладно, я вторым отстреляюсь и пойду спокойно пить воду. Нет же. Не, у тебя последний монолог. Четвертый. На котором зрители решают, понравился ли им вечер. Вот я его еще и добил. Но... Так кто в итоге последний? Ты последний. Ну, потом я, да. Ну все, окей. Я выхожу, говорю, все. А я точно предпоследний? Как, Стас, ты переиграл, я послала. Да что? Двое три валера так не переиграл. Еще раз дашь кисок. Я пока не решил. Не, хочешь, можешь вместо комара быть первым, комара последним поставить. Да мне все равно, уже оставляй предпоследний. Ты совершенно все равно, еще есть варианты, этот нет. Нет, давайте, если хотите просто от начала, давайте первым. Почему? Все же говорят, что на основной был очень хороший момент. Да мне, если без шуток, мне все равно. Комар очень сильно хочет закрыть. Вить, ну, мне реально все равно, Руслан. То странно, что я тебе написал, что ты единственный, кто четвертым. Вообще в золоте нам попад опять, да? Чего? А я погоди, да, надо стебать это. Я после кого, получается? После Славы. После Славы. А, ну вообще шикарно. И все, и там какие-то эти. Извини, останови Абрамова потом. Сейчас остановлю, братан. В какой-то момент начинается шоу. Выходят, танцуют 2-3 минуты. Больше никого не понимаю, а у нас 0-9. Трутся туда-сюда, трутся туда-сюда, 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 туда-сюда. Мы такие, ну окей, типа, бандрец хлещет. И он подрочил Стас. Да нет, посмотри, что мы пьем, бля. И все, она уходит, и следующий, мы уже поняли, они идут, мы такие, нет, уходите. И короче, у нас нет денег, хотя бы рублей 50, у нас вообще ноль. И я сейчас остановлю шоу. Мы просто пьем халявное бухло. Поразить там все дежурные. Но они не знают, что мы главное. Что это был как ходя голый. Это было вообще. Она голая. У них же высокие каблуки. И она как шмякнулась, блин. Знаешь, вот как взяли, например, большой кусок теста и такой. Об кафель. Бам! Вот такая была история. Это видеоблог. Кто выступил? Выступил, Стас? Витька, выступил? Нурлан, ты выступил? Да. Тимур, ты выступил? Да. И я выступил. Видите, как все расслаблены? Абрамов не заходит. Ваня, мы выступаем. Это видеоблог. Олег придет и скажет, нормально было. А? Все, надо, чтобы Белый остановил шоу. Надо, чтобы что остановил? Автомобил Абрамов? По какой причине? Ну, не заходит Абрамов. Абрамов, не смешной? Не смешно. Ну... Но это не я, это зритель. Зритель сказал? Нет, это все смешно. Ну, значит, надо смотреть. Завтра есть? Итак, уважаемые фолловеры, подписчики, пусть. Пишите в комментариях, смешно или Абрамов, есть? Или нет. Все. В комментариях, чтобы нагнать, да, трафик, что типа откомичено. Ну, я типа так делаю вроде блогер, поэтому я говорю, давай, что пишите давай. В комментариях. Ты свою волну не хочешь, да, выбрать? Так это же долбоебизм. Я понял. Я же на фан. Так что, фолловеры, не слушайте Тимура. Ты достаточно серьезно переживаешь уже. Да, фолловеры. Можешь направить камеру на нас, мы пару слов скажем про твой блог? Критическое мнение про блог. Критическое мнение. Вот, Алексей Щербаков. А, ссал только что. Не комментируйте, они просто хотят, чтобы нагонялось трафик. Ребят, смотрите, видеоблог. Смотрите видеоблог Алексея Щербакова, но не комментируйте, держите мнение при себе. Просто типа понравилось и молчим. Все, пишу. А это в целом для чего? Реально, типа, приводит, куда-то выводится, если типа комментируешь много-много. Ну, как чтобы это все выводилось, чтобы видели, что. Ну, я вижу, что так делают блогеры и делаю. Чтобы видео видели, что там движуха идет, что это откомментировано. А, что это секретов от Тимура. Что это кому-то нравится, типа? Ну, что там движение, конечно. Почему Дудь говорит про рост? Почему кто-то говорит, ставьте 10 тысяч лайков, и я тогда что-то. Лайки тоже все. Ну, типа. Странно. Любая движуха. Мало посмотреть, братан. Надо еще откомментить и еще залайкать или задизлайкать. Вот, слушайте Тимура, только без дизлайков. Лайкаем, комментим, перекомментим, отмечаем друзей.
И везде отмечайте друзей своих. И комментите, лайкайте, жмите колокольчик. Я хотел бы отметить, что со мной мой друг. Вот. Да. Вот так и делайте. И колокольчики не забывайте. Это скотский, да. Это скотский видеоблог, отписывайтесь. Ноль творчества, ноль. Человек просто снимает. Вы сумасшедшие, вы имбецилы, вы идиоты, вы дауны. Все, кто это смотрит. Все, кто это смотрит, вы дауны. Человек просто что-то снимает с телефона. Ноль. Он ничего не придумал, ничего не сделал. А вы все смотрите. Вы дауны, дауны. Старый, 40-летний человек, это он был плохо сказал. Что он придумал? Что он придумал? Что за видеоблог? Что он придумал? Что? Ничего, он взял телефон, ходит. Подписчики, подписывайтесь, я поцелую вас в сраку. Мне тогда придет педигри, заплатит, блядь, 100 тысяч рублей, я выложу рекламу. Дауны, вы все дауны. Видеоблог. Ваню ждали, чтобы вы понимали, 2 часа, пока он покакал. Ой, 2 минуты ждали, чтобы вы понимали. Чтобы вы понимали, в этом видеоблоге доверяют только мне. Леша говорит правду, как Единая Россия. Как будто. Ой, везде в свою антипутинскую вещь в ответ. Нет, нет, ни в коем случае, анти-единоросскую. Анти-единоросскую. Вот Олег. Здравствуйте. Ты Олег же? Да, я Олег. Все. Я звукач. Сейчас мы едем? Да, звукач Олег. Вот за ним, за едем, да? Да, за ним. А преследуйте за машину, преследуйте эту машину. Мы же в машине сейчас, правильно? Хуже, что это не самолет. Ну да, это конечно. Самолет, я бы сразу пристегнулся. Попросил. Пойди, перепутай. Ой, не могу. Ой, держаться бы. Видеоблок. Я буду перемешивать, чтобы вся середина оказалась... Ну, я еще раз покажу, что все карты разные, да? Чтобы вся середина была вот полностью перемешана. Перемешано, да? И тебе надо в середине сейчас будет выбрать карту, но сделаем просто, я буду перелистывать, а ты меня в любой момент останови. Просто скажи стоп, когда захочешь, договорились? Тут надо... Внимание, перед вами 6, 5, 1, 4, 2, опять 6 почему-то. А, стоп. Все хорошо. Все. Вот она 6, погоди. Да все, все, все. Итак, я скажу 6 цифр, у тебя будет 5 секунд сразу, чтобы загадать одну или какую из них. Договорились? Давай, без приколов, просто загадываешь, передумывать нельзя. И то, что это больше не фокус, да, это просто я постараюсь поговорить. А я бы мне могу разгадать? Не-не-не, ты снимаешь. Не, ну я бы мне загадываю. Итак, смотри. 4, 1, 3, 2, 5, 6. Загадал? Да. То есть все, передумывать нельзя. Одну цифру нужно. Одну цифру. И я загадал. Теперь смотри, возьмешь кубик и положишь себе в руку этой цифры вверх. Если 5 загадал, то вот так. Если 6... Саша, а зачем ты так сделал? То сразу? Вот так. Я сразу 5 загадал. Да, ну давай заново. Смотри. 5 загадал. Я загадал 2. Я сразу разлучил. Я 2 загадал. 4, 1, 6, 2, 5. Загадал? Все, я сейчас просто немножко говорю. Смотри, если загадал 6, то вот так получится. Саша, успокойся. Как ты угадываешь, что я загадал? Ты еще так... 4, 1, 6. Ну, я же, я загадываю другие. Все, нет, поэтому ты не интересен в плане фокуса. А я, меня и Слизерин хотели взять, и в Пуффендуй. Давай, готов? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Загадал? Все, я сейчас по-другому сделаю. Я сдохну, если ты сейчас покажешь. Если, смотри, если загадал единицу... Я всегда разный. Господи, слава богу, что я не гей. Он бы меня выдрессировал сразу в этом Питере. Давай, готово? Эля. Итак, смотри, давай ты сама все сделаешь. Мы проиграли квартиру. Так все начинается. Так, смотри, 1, 4, 2, 5, 6. Загадала? Вот сейчас смотри, что будет. Смотри, нет, сейчас по-другому. Сейчас ты вайки будешь. Смотри, 6 цифр, да? Ага. Сейчас отыграю. Сейчас не говори, не отыгрывай. Даже если я правильно покажу первую, не отыгрывай. Ладно, все, не говори. А ты не сможешь, нет. Если загадала 3, положишь вот так. Если единица, то положишь вот так. Если 4, то вот так. Если 2, то вот так. Если 5, то вот так. Твоя цифра должна оказаться сверху. Закрой вот так рукой, держи. Потом ты откроешь, и мы все проверим, смог я догадать или нет, да? То есть сделай так, чтобы никто не заметил. Твоя цифра должна сверху оказаться. Просто чтобы никто не... Что, ну, подожди, я ну, да. Слушай, ну я думаю, что скорее всего ты, как такая разносторонняя личность, загадала что-нибудь большое. Очень большое. Ну и скорее всего это 5 или 6, но слишком большое бы ты не стал, потому что это было бы очевидно, поэтому пятерка, наверное. Да? Да. Короче, в номере это видеоблог. И он закончился.
Я спать.